Всем привет, это город ярких впечатлений, и я Ирада. В торговом комплексе «Сити» уже новогоднее настроение. Елка горит, песни звучат. Сегодня фудкорт погружает в атмосферу творчества и добра. Обо всем подробнее прямо сейчас. Главные строчки из песни Евгения Мартынова «Лебединая верность» сегодня красной нитью сквозь всю программу. Чтобы мир стал добрее. С таким лозунгом торговый комплекс «Сити» на своих просторах вновь запускает благотворительную акцию и присоединяется к грядущему Международному дню благотворительности «Щедрый вторник». По всей стране в преддверии праздника объявлена неделя признания. Каждый может поведать о своих добрых делах. Кто-то в соцсетях, а кто-то на мастер-классах. Сегодня рукодельница Северодвинска рассказывают и показывают, как теплые руки могут согреть тех, кто ждет поддержки. Благотворительностью я начала заниматься с того момента, когда вот познакомилась с девочкой-волонтером из нашего города, с Марией Метлюк. Она мне показала, что можно благотворительностью заниматься не именно приносить деньги или там дать какую-то сумму, а именно вот такими делами, как лотереи, ярмарки, выставки, и вот принести какую-нибудь поделку, которую ты делаешь своими руками, и кому-то помочь. У каждого ангелочка есть свое имя. Это с чем-то связано или вот... Да, у самой любимой, которая вот мне из нарисованных понравился, это вот этот ангелочек, который сам ангелочек вырезает из бумаги гирлянду ангелочков. А так вот... Родитель еще один. Да, еще один. Девочка, которая, получается, одела мамины туфли, она так и называется, мамины туфли. Юная леди. Дом авторских работ. Это группа мастериц. Они все участвуют в благотворительной акции «Делают ангелов». Меня родители воспитывали так, что нужно помогать людям, оказывать милосердие к ближнему, скажем так, думать не только о себе. И я следую их примеру, стараюсь участвовать в различных благотворительных акциях, ярмарках, оказывать помощь людям. Не все девочки играют в Барби. Очень многим девчонкам нравится создавать маленьких себе помощниц. Раньше куколки очень ценились. Они могли быть как вот такими маленькими, да, так вот такими большими. Потому как сделана кукла, ценилась... Хорошая ли рукодельница, хорошая ли будет жена. Бытует мнение, что совершать добрые дела надо молча, однако... Как вот заразить своих близких, присоединиться? Конечно, своим собственным примером. Давайте делать хорошие дела вместе и вслух. Ну а этих ангелов можно будет купить 24 декабря. Все вырученные средства Центр Гарант направит на лечение тяжело больных детей. Пусть под Новый год чудо произойдет. Боже мой, как же я возьмите к ним душу. За наполнение музыкальное сегодня отвечают коллективы вокально-хорового отделения детской музыкальной школы номер 36. Академический, народный и эстрадный вокал демонстрируют яркие представители своего направления. В сочных костюмах и немалым репертуаром на импровизированной сцене ансамбль «Тюльпан». Знакомьтесь, это Соня, а это Соня. Два прекрасных тюльпана. Сегодня немного как бы волновалась, но потом как бы взяла себя в руки и... Все стало нормально. Зрители нас принимали хорошо, все аплодировали. 16 декабря в Центре культуры и общественных мероприятий состоится юбилейный концерт, 50-летний концерт нашей детской музыкальной школы, в котором примут участие все коллективы школы. И в основном будет концерт построен именно на коллективах, на самых ярких, масштабных. Сегодня особо приятно, что на концерте присутствуют и выпускники 36-й музыкальной школы. Лиза, расстаться не можешь до сих пор, да? Да, не могу расстаться. В том году выпустилась из музыкальной школы и все равно продолжаю ходить. Я хожу на уроки к Марине Алексеевне.
Мне очень нравится, мы с ней общаемся как подружки. За 5 лет так сплотились, очень хорошо. Она очень хороший душевный преподаватель, много чему меня научила. Я очень ей благодарна. Вот я уже 5 лет учусь в музыкальной школе, а в ансамбле «Тюльпан» я 3 года. А выпускаться когда планируешь? Через 2 года. На отлично. На 4-5. Ну а сегодняшний концерт был на душевный 5 с плюсом. До новых встреч! На этом все. Увидимся с вами через неделю. Это был «Город ярких впечатлений». Я и рада. Всем пока-пока!